Крокопятка осколочная, антураж. Вот это антураж, немка, летун. Пойдет, алюминий вообще, блин, с надписями. 40-й год. Пробьем на перемес. А ну, Андрюх. Ну что же, пробьем сейчас. Так. Там? Сигнал такой, знаешь, тянущий, глубокий. Под калибр. Она разворона. Башка. Насечка такие четкие. Сейчас он. Что-то полукруглое. Нормалек. Может. На одну каску стал он больше. Приклад может лежит еще. Давай. Оба есть. Зачет. Не, сколько мне, у него тут слегка мятинка есть, наверное, сколько. Глупило. Так, я пробила туда там. Зачет, даже как? Сейчас, сейчас. Да, там нормально. Давно русских не копали, кажется. Конденсация брался. Воздух был. Земля не было здесь все так. На тройке. Что, пробиваем? Себя тоже. Вот здесь. Перемес есть, да? Горелая земля. Полюка. Траншики. Транши. Кабель, да? Втоптанная в землю, да? Гранаты, да? А какие? Роги, да? Лимонку всегда бы... А? А тут же сих. Что, дофига? Давай, что сказать, станем. Стопка. Костер распалим потом. Для одного солдата, да? Сколько же? 4.
Тактика танка, да. А чё она там умётая такая? С патрончиком стоит, да? Да. Ля, какой красавец. Что, идет и идет? Да. Упираются, да? Один такой нутол сейчас наконечником. Да ты его не угонишь. Сколько штук? 30-40. В районе 30. Мачку доставал отсюда. Ну, видать, полили, грелись. 31. С вот. Сигнальчик. Серьезный раскоп. Осколок. Так. Нормалек. Походу, блин, зацепили. Как всегда, под конец дня. Ну, будем копать. Посмотрим, что получится. Начало положено. Лопатка разборная была. Еще можно ее даже сделать. Жека и Жеки говорили, что сильно металлическое железное. Округлое, да? Бак. Бачок-то не, наверное, может снарядный. Нет, или гильзач, или... Ну, с ободком сзади. Просто меня уже, блядь, очко жим-жим. Все, пусть вот так вот он лежит, как лежал, так. Стопка 50 грамм. Я думаю, сколько я находил, не скажу. Колотуха. Телефон сел, ёлки. Ну, какая-то хрень. Вот вещи какие. Вот это прёт, блядь. А? Нож, штык-нож. Блять, видишь, в стороне, чуть назад. Сидел, он тут жрал. Глянь, патрики какие. Патрики сыграли. Да возри. Ой, а блин, я вот эту бутылку разбил. Вот, замечал. Вот, точно. Только сегодня разговаривали они. Это горючка. Да, я вижу, я уже понял. Как я ее... Коктейль Молотова, как только она... немецкий. Как она не лопнула. Потом тебя еще сыпет что-то. Да, уже лопнула. Жаба. Слышь, такие черная яма вот так вот идет. Да. Глины вообще не было, да? Нет, перемес, перемес. Ну перемес слабый. Хороший. Мы там блинец зацепили. Пошел, да пока ничего особого. Снаряд был у меня. Пенальчик, да? Скара. Патроны были в пачках, да? Нет, да, и сохранчик еще. Латунь хорошая. Слышь, ну тары ты накопал, ё-моё, блин. Прикольно. На бутылке зачем? Бренди, походу бренди. Вот это бренди. Брэ, ну брен. Ташмастера патрон. Ну, офицерьё сидело, наверное. А тут чисто немецкий шрифт.
Ну не видно, надо. Я думал, ты там зацепил МХЧ, блин, или косом. Да? Ну тоже зацепил. Ну, вот это хоть ты вот же. Молодец, да, бутылочки целые. Цельная ракета. У нас тоже там бутылки. Блин, не тронутые, там часть лопатки. 5 бутылок и одна молотова. Маленькие, а это маленький коктейль. Мы больше находили размеров. У меня телефон сел, звонили уже. Есть что-то еще нащупал? Нам еще домой ехать. Ты видишь, под конец дня поперло все. А рюкзак где-то? Здесь где-то, а он лежит. Офигеть, блин. Что за дно такое-то интересно, да? Шампань, наверное, был, да? Внутри пробка еще, Андрюх. Кожа какая-то, а? Кожа, блин, глянь. Не текстурирована, а... Цвет фильтрала, наверное. Это пробочка с резьбой. С какого-то пояса. С пояса вот эта штука под ремень. Утренчик называется. Кожа, да. Глянь, какой сохран. Саня, ну переверни, вот это отражатель бери. Рассеиватель, вернее. Ага, вот клемма какая-то. Что? Клемма. Нихуя себе, блядь, электрики, сука, были. Ага. Клемма. Палец танка с гусеницы. Палец. Вот это вот продолжение того пояса. Кожа. А. С одной стороны, спусти на следующий раз. Подкопай, пока он сюда не выкопал. Объемная. Но оно должно поддернуться. Не сильно, оно большое, вот так, да. Ага. Вижу свет. Сейчас, Жека, я тебе помогу. Она большая. Я ее отсюда вот цепляю даже. Ага, вижу. Ух ты ж, блин. Это что-то интересное, глянь. Что это такое, блин? Плита какая-то, станина. Не, ну обито деревом было, блин. Да. Спинка, спинка. Станка, блядь, откладная, блядь. Она на пружине, видишь, она откидывается. Да. Ну зачет, блин. Такая железячина, блин, она есть. Еще и с тряпкой была, ты видишь. А он перевернулся. Войлок, тряпка. Войлок, войлок был проложен. Вот это что такое? Ну, это типа кожа диаметра. Это желтое стекло, пластик. Что может быть? Ну желтый, да? Да. Или налет какой-то был. Короче, тут какая-то техника, блин, это продолжение этой фигни с резьбой, да, это вот скрученная. Это не, да. Советы, да? Принесите ее так аккуратненько, да, советы. Летун 50 миллиметров, Саш, вот так вот в таком положении и туда. Вот тут справа дебоп лежит. Втулка. Это все продолжение. Да, Жека, ты прав. Мега. Мега хабар. Что за пряги, блин? Это последний наш шанс, блин.
Ебаный кирпич. 73 года забили. Германия привезет. Здесь был Ися и Ося. На дерево пошло, видишь? На печке было, на. Убирать его отсюда. Земля такая твердая. Ну что, Жека, давай, завершай, блин. Земля такая еще тут сухая.